Контрабандист! Он здесь! Всем привет, на канале Хьюган, там мы играем с Last of Us. Спасаем Элли. Че тогда уйдем? Я вас жду. Идите, давайте, парни. Время-то идет. Давай. Уходим. Легко, смотри. Теперь стрела. На того, кто придет после него, конечно. Ну и чё? Кто придет после него? Чё-то не идут. И вообще по барабану, что ли? Вы что творите? Да, непонятно что-то. Слышите что-нибудь? Что-нибудь слышите? Я не слышу. Я не слышал, что никого и нет. Тут просто так можно так двоих сжечь, и даже никто не придет, короче. Куда ты смотришь? Палит. Стоит и палит. Не, я был бы не против, если им так затупили бы на втором этапе. Там я им дал по башке небольшой. Да. По башке небольшой дал. Типа... Какой чёрт! Ау! А я не выйду, ха-ха. Зачем мне? Ты еще убьете. Да не успею уже. Двое? Ну прям круто. Зайду сюда, я не выживу уже. Буду надеяться на лучшее, как обычно, что второй не спалит. И это тоже не спалит. До поры до времени. Куда второй пошел? А, отлично, в комнатку пошел. Молодец, чувак. Так и надо. Чем ты камеру разворачиваешь мне каждый раз? Боец убит! Я тебе... Да ты че? Это ты что ли? Это не про себя. Что ты камеру начал разворачивать, не понятно. Вроде все, да? Все? Скажешь, что все. Ну ладно, поехали. Камень есть, отлично. Берем винтовку, перезаряжаем ее. Не понял. Что, заряжено уже? Окей. Сейчас разведаем территорию. Вроде чисто. Значит, переходим к этапу номер два. Пройти вот этот кордон.
Но это самый сложный этап, не считая последнего. Потому что автоматных патронов у нас мало. Да и вообще автомат плохой. Я бы сказал, даже бесполезный. Попробуем по старому плану, короче. Кидаем ему сюда камень. Черт. Да, проходим. Потом прыгаем сюда. В темпе только. И аккуратненько, аккуратненько вот здесь ползем, ползем, ползем. Прыгаем сюда. Забираем еще кирпич. Спалим здесь. А парень ходит. Вот. Прыгаем. Так, проходим дальше. Так как я не знаю, как они ходят, так что сейчас сразу идем. Фигу. Прячемся. В этот раз тут ресурсов нет, только вот одна баночка какая-то. Ждем, пока пацаны пробегут. Пацаны пробежали. Ждем. Да блин! Стреляй по нему. Отлично, они взяли патроны. Да конечно, черт. Взял бы патроны, было бы ничего еще. А так еще патроны не схватили с собой. С ресурсами беда прям. Патронов у нас тоже не шибко много. С учетом того, кто нам будет противостоять на втором этаже. Все практически элитные солдаты. Так. Ножниц у нас нету. Коктейль молота, давай. Бомбочку давай. Честно говоря, на второй этаж вообще не знаю. По стелсу, не по стелсу. Если бы мне надо было первым проходить, то тоже заморочь. Надо по 10 надо тратить на это дело. Но на каждый этаж получается. Записка. Ой, не записка, диктофон тащит. Тут заперто, потому что нужен ножик. То есть какой-то попытки там зарандомили все-таки были ресурсы для того, чтобы сделать нож. Еще одна там просто говорит, что она очень переживает. И все такое прочее. Пусть за моды переживает. Лимон. Ну ладно, не важно. Свет горит, палаточка. Палатка, палатка, палатка. Еще записка. Это дневник ее. Как они сначала нашли ее, а потом потеряли из-за того, что мне отдали. Это так быстро прохожу. Сериал должен, по идее, был запомнить уже, где что лежит. Ничего-то я не запомнил. Не, патронов реально мало. Было бы неплохо, если было бы больше, вообще. Вот они все там. Стоят вон там. Их там много. Честно говоря, я даже не знаю. Но если сразу их не пройду, то это будет печалька. Похоже, я на месте. Элли, я иду, Элли. А, перепутал слегка. Молли. Ну ладно. Ну, хочешь смотреть в окно. Ну, блин, что-то залип, что ли, не понимаю. В окна. Прилип. К окну, точнее. Эй, ты это слышал? Не, да, не туда кинул.
вообще? Ты по кому-то стреляешь? Ты что-то видел? Ты понимаешь, что ты делаешь? У этих чуваков проблема одна, потому что они практически бронированы. Класс. Ты что-нибудь видел вообще, что-то что? Слышь, я в каску стреляю. Тварь. Ну, попал, не слышишь? Это ж больно. Да ты ошалел, что ли, снайпер? Ой, подожди. А, хп у меня уже не прибавится, да, само по себе? Жалко. Колебания, давай меньше. И все один. Там их хреново туча народу. Блин. Вообще просто. Вообще, чувак. Чтоб не стрелял по мне, понял? Так будет с каждым. Подумаешь, что надо по мне выстрелить. Смотри, прям в лицо. И нет, ничего, да? Живой, блядь. Слышишь? Вблизи ты. Вот. Сколько тебе надо выстрелить, чувак? По идее бы, вот сейчас все. Кончилось. И все. На этом и наша история заканчивается. Да. Грустно. А что делать? ХП нету. ХП нету, скорее всего на один выстрел у нас хватит только. Отвлечь нечем. А свои посты они заново займут и все сейчас. Пульсите меня кто-нибудь. Я ж вроде тут эту смет комнатами всякими, может быть, я закинулся бы чем-нибудь у них. Они меня потеряли, что ли? Серьезно? По ощущениям, как будто они не уходили. Народу столько же. Смотри. Раз, два, три, четыре, пять человек. Пять. У меня есть боеприпасов только одна. И палка. Как выживать-то вообще? Спорим, надо в открытую дверь зайти, а? И у нее ничего тоже нет. Потому что я очень аккуратно хожу. А, он просто даже что не заходит. Не знаю, по какому он принципу ходит, но если сейчас он так же еще раз пройдет, то мы его зацепим. И будет не пятеро, а четверо.
Не, нам потрошки. Ну, чуваки тут крутые, конечно. Да. Это операционная. Похоже. Черт, плохо дело. Дерьмово. Особенно для меня. Человек, который есть только огнемет. Возвращайся, давай. Я думаю, ты сейчас поэтому пойдешь. По кругу я сейчас тебя тут приму. Куда ушел? Да. Пацаны, ты че? Че вы делаете? Не хотят, короче, ходить. Как надо, прям мне. Прикол в том, что они уже не стоят на месте, так что они ходят по всей округе. Ну и что? Ничего. Видишь что-нибудь? Ты идите домой. Я пойду сюда. Дайте мне уже пройти. Я пойду так. Ты иди сюда. Иди сюда, давай. Чтобы я сзади так спокойно зашел. Я рискнуть могу пойти дальше. Но не хочу. Патронов бы отсыпал каких-нибудь. Дай иду. Да, попробуем отвлечь. Привлечь. Ты что это было? Нет? Не скажет? Блин, вечно попадает. Косяки верные. О, еще бутылка. Ну-ка, там посмотрите. Щи-щи. Я просто еще думаю, вдруг тут. Этого шума совершенно где не слышно. Этот гад? А гад хочет пойти дальше. Чего там? Вообще ничего. А у тебя как? Я вон там поищу. Ну-ка, там поглядите. Да. Вопрос, сколько народ ходит по боковым. Буз-буз. Для меня, наверное, точно будет. Походу, это один чувак, который ходил по краю. Наверное. Сейчас я еще немного. Я поищу здесь. Ну-ка, там посмотрите. За стойку. Я знаю, ты здесь. Да я здесь, да. А я знаю, что, скорее всего, не зайдешь. Но вероятнее всего. Ну, 18 патронов, конечно, это прям. Хорошо. Я просто их слушаю. Вот. Сейчас я нарвусь, короче. Ага.
Сейчас я жду, пока он выйдет. Ага. Значит, короче, он ходит по кругу. Ну, я на это рассчитываю. Что никаких сюрпризов не будет. Издевается. Плохо дело. Это ж плохо дело. Ты где вообще? Куда ты подевался? О, началось, да? Шоу не дошел? Подожди, я вроде там его видел, не? Он так перемещается. Прыгает, что ли? Через окно. Вот мерзавец. Он знает, что я тут сижу. Посмотрите, пацаны. Пойдешь сюда, интересно, если я так привлеку тебя. Но последняя бутылка. Не подведи меня. Не, походу, на это их не поведешь совсем. Не, конечно, я понимаю, что это просто ходьба, но переигрывать тоже долго будет. Чувак. Ну-ка, там посмотрите. Короче, смотри. Трое ходит вообще практически у самого этого. Один вот этот чувак мне мешает. Козел. Вот все, вот весь вывод. За хрень! Ну идите посмотрите, чего вы меня тут спрашиваете. Да. Это мой шанс. Здесь. Давай. Так. О, как у вас тут плотненько все. А мне перелезть вас некуда и нечем. Докинем, интересно. Но кто на эту фигню поведется, а? Блин, это стоит вообще как вкопанный. Ну как-то так.
Тихо! Патронов нет! Только не убивай! Блядь, бери патрон. И вот мы вернулись. Немножко переиграл. Ну, раза два, наверное. Попробовал еще. Ответственный момент, патронов нет. Вроде всех перестрелял. Ну, я на это надеюсь. Очень. Поэтому говорю ответственный. Да? Кончились, да. Так, еще патрошки. Вот теперь нам нечем отбиваться толком. Ну, 17 патронов это последние. Но учитывая, что я 27 вроде как потратил на троих, и не шибко у меня это получилось, короче. Но вроде хотя бы выживели. А то что-то я уже долго тут играю этот момент. Я переигрываю, переигрываю и переигрывал. Поехали. Там все равно никого нет уже. Чего он старается, не понимаю. Это их задержит. А кого? Ладно, ладно, если ты веришь, что это кого-то задержит. Там, по сути, только с первого этажа, если народ еще придет. Диктофон Марли. Давайте послушаем. С Анной какой-то. Так я не понимаю, какой эксперимент. Она вроде только приехала. А, хотя кто и знает, сколько мы там лежим. Я так не понимаю, это... Что, это они про Элли, что ли, говорят? Короче, ладно, понятно. Еще одна пытается замолить грехи. То, что это было ради человечества там. А так она выращивала, была молодцом. И этого вообще совершенно не хотел. Классика. Вперед! Чувствую, сейчас будет весело. Господи. Доктор? Что ты здесь делаешь? Валите отсюда. Дай мне оружие взять. Дай оружие взять, сказал. Я не дам ее забрать. Это наше будущее. Не приближайся. Я серьезно. Так. Нет! Шоу. Ах, ты грязная тварь. Кто еще хочет? Ай, нельзя. Замолчи. Пошли, я убил чувака. Держу. Держу. Уже был. Не пожалел последние патроны. Черт. Это беда, да. Назад! Он несет ее в педиатрию. Куда? Живо! Черт. Все будет хорошо, малышка. У нас выносливость бесконечная. Не бойся. Не бойся. Держись. На свет не попадаться, говно. И куда дальше? Я знаю, куда идти надо. Все хорошо. И все, огонь. Все хорошо. Чуваки, не кипишите. Все хорошо. Лифт! Вижу его. А ну отойди! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Чуть не промахнулся мимо лифта. Вы че? Давай. Патронов нет, чуваки, пока. Даже на монстров нет. Боже. Успели в последний момент. Спасти Элли.
Какие мы молодцы. Но я так понимаю, я против цикад. Серьёзный момент. А с цикадами я бы вот... Ну давай, давай. Принял бы ихнюю позицию, наверное. Её не спасёшь. Почему? Допустим, ты выберешься. Рано или поздно ее разорвут щелкуны. Не разорвут. Или бандиты изнасилуют и убьют. Это не тебе решать. Это ее выбор. Ты ведь знаешь. Знаю. Слушай. Ты можешь. Серьезно? Ты хотел меня убить. Правильно. Уже поздно. Ей не будет больно. Да вы меня ранили в живот. Ну, минимум несколько раз. Значит, плевать мы на них хотели и уехали. А теперь их еще стало меньше. Потому что просто нам ее не отдали. Решили сопротивляться. Откуда машина, правда, непонятно. Что это за ночнушка? Пока не вставай. Отойди от наркоза. Что случилось? Я тебя похитил. Мы нашли цикад. Оказывается, таких, как ты, много. Людей с иммунитетом не один десяток. И от них никакого толку. Они бросили попытки создать вакцину. Обманывает прям вообще. Мы едем домой. Вообще на уши навешалка. Навесилка. И все. Я думаю, я могу выбрать другую сторону. Вот если бы можно было как бы переиграть, но так понимаю, вот это нет. Сложная концовка. Не стреляй. Что, умирать не хочешь? Отпусти. Специально, потому что перед концом. Ты будешь ее искать. Ха-ха-ха. Ну вот все. Я так думал, просто конец, типа. Нет? Это только начало истории. Ну? Скучает. Вроде можем идти. Отсюда нам по прямой. А, то есть история еще не кончилась, да? Наш. А тут красиво, да? Да. Жалко, конечно. Что? Так. Не зацепись волосами. Жалко, что не кончилось. Все, держу. Возраст. Давайте до куда-нибудь дойдем уже. И закончим. Я тебе не рассказывал? Мы с Сарой любили гулять по лесу. Крепкая девчонка, не угонишься. Мне кажется, вы бы с ней сразу подружились. Она бы тебе точно понравилась. А ты ей? Да. Ух ты. Смотри. Мы почти городок. Пришли. Домой идем. Просто нас должны определенно какие-то трудности ожидать. Уже недалеко. Не, может быть, так все так просто. Бежали типа от них. Давай, руку. Да, давай помогу. Сейчас они нас найдут. Идем. Я раскрою всю тайну. Погоди.
Что такое? В Бостоне. Когда меня цапнули, я была не одна. Мою подругу тоже укусили. Мы не знали, как быть. Она сказала: давай просто ждать. Мы сойдем с ума вместе. Это так романтично. Вот я и жду до сих пор. Элли. Ее звали Райли. Она умерла первой. Потом Тесс. Рассказывает свои истории. Потом Сэм. Элли, ты тут ни при чем. А потом нет, все цикады. Нет, ты не понимаешь. Я не сразу смог принять то, что выжил. И надо просто... жить. Надо идти вперед. Сражаться за себя. Искать, за что сражаться. Знаю, ты не это хочешь услышать, поклянись. Но... что, не обманывал? Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Да. Нет. Клянусь. Не верить ему. Та-да-да! Вот и концовка. И вот все закончилось. Да? Ну, хороших уже. Ну, финалочка какая-нибудь будет. И все. Ладно. Всем спасибо, что смотрели. И до новых встреч, скорее всего, в DLC уже. Вот, прохождение реализм. Хоть одна ачивка. Ну, еще какая-то ачивка. Особо не случилось. Да хорош. Я уже заканчиваю, ты че? Походу, все призы сейчас будут получать. Которых до этого не было. А, на всех уровнях сложности, да? Все? Вот. Оставшись позади, будет следующей части уже. Всем пока.